Exchange 3560. Сегодня 19 марта 2024 год. О, Андрюха сидит на пляж. Сюда, ну да? Подальше чуть-чуть. Ну где сидели в прошлый раз? Давай, все окей. Дойдем. Ребята, поехали на пляж. Андрей, Катя, наши друзья из Казахстана. Мы вот вместе с ними тусуемся вечерами. Вот белые футболочки мне такие нравятся. Сейчас я спрошу. How much? 250. А, за 150 отдадите? Нет, дома дам. Потом? Не отдашь? И вот эту тоже? Тоже. А за сколько? За сколько отдадите? Кольга бери. 150. Одну. Одну. 44 размер эска. Доллар, окей. Эска. Эска маленький размер. Смол. Договоримся, да? 200. Дорого. Ладно. Давай. Вот это сколько лет? Себе, мне. Ладно. Не. За 200 мы брать не будем. Вообще торговаться не хотят. Какие-то жадные они. 35-30 exchange здесь. Чем ближе к пляжу, тем курс доллара к бату ниже. Но самый выгодный это на Бангла Роуд. Напротив Бангла Роуд, как через дорогу от пляжа, где буквы Патонг Бич, при входе на Бангла Роуд самый выгодный обменник, самый высокий курс. Мы с Ромой зашли в 7. Народу капец, не протолкнуться. Пиво уже, да, работает? Значит, время больше 11 утра. Офигеть, а что так много? Маленький чанг по 79 бат, Лео 41, 79 за 2, 1 41 бат. Ну, чанг нам больше всего нравится, синха 2 маленьких 80 бат. Не, ну, по 90 будет, классик чанг. Классик? Вот этот в баночках. Но я потом хочу тайгер вот этот попробовать, пивко. Тайгер, как наш отель. Пиво ничего себе брать не будешь? На пляже шашлык возьмем, да? Ну, да, давай кальмарчики возьмемте, только не острые. Они такие вкусные были. Не, мне соломка не понравилась. Ну, как бы, мне кажется, эти кальмарчики, они намного вкуснее. Угадаем сейчас. Это sweet spicy. Смотрите, вот эти вот кальмары, они все очень вкусные. 20 бат, нам очень понравились. Но только смотри, чтобы они были не острые. Вот это острое. Sweet spicy, сладкий and острый. Hot spicy, горячий. Острый, горячий острый. Нам приктай оригинал. Вот они оригинальные. Не спайси. Вот такие надо брать. Тогда они будут не острые. Обязательно обращайте внимание вот на эти значки, потому что мы с Ромой не посмотрели. Взяли здесь, где тоже очень супер острый будет. Мы взяли вот такой, мы есть не смогли. Там так горит все во рту, и аж язык больно жжет. А вот здесь еще, кстати, продают айс кофе. На пляж можно взять. Там какие-то тоже прикольные штуки. Так, сейчас. А где Ромик? Что-то там он застрял.
А если я куплю шейки? Там есть холодный кофе. Ты не хочешь? Нет, да? Ты пиво пьешь. Ладно, я тебе возьму шейк лучше на пляже. Так, касса там. Савадика. Все, ребят, идем на пляж. Ребят, мы вышли с Эллона. Хотим взять смузи. Ой, шейк. Если возьму, здесь есть шейки по 50 бат. Если возьму, мускатная дыня. Киви, пинепл, папайя, шейк, ватермелон, банана, манго. Ты не будешь? Я себе возьму дыню. Hello. Друзья, взяли дыня шейк. Перебегаем через дорогу. Все, подходим к пляжу. Такой вот шейк 50 бат. Сейчас будем искать тенечек. Да, туда же идем, там хорошо, главное, чтобы там были свободные места в тени. Время уже опять близится к обеду. Здесь жарят шашлыки, жарят окуня, соли. Вот здесь ты куриные шашлычки, да, брал? Hello. Hello. No, thank you. Здесь уже смузи по 60 бат. 60 нормально? Возьмем попозже. Сейчас выйду к пляжу. Ребят, все, мы дошли до пляжа Патонг. Покажу вам, какое сегодня море. Еще раз напомню, сегодня 19 марта 2024 год. Море прекрасное. Красивое, бирюзовое. Ага. No, thank you. В общем, здесь, видите, народу никого нет. Здесь огорожено. Зона, это парковочная зона для лодок. Ой, ну волны так-то приличные. Волны приличные. Ой, а водичка прохладная. Водичка прохладненькая. А вот где вы видите, что люди купаются, там как раз можно купаться. Сейчас прилив на море. Дальше заходить глубже не буду, потому что большие волны. Я боюсь уже намочить камеру. Меня вчера волной на короне сбило, но там волны гораздо мощнее. Вот, поэтому я так по берегу пройдусь. Народу много. Ну, время уже где-то ближе к обеду, прилив. После 4 на Патонге отлив. Море уходит. А сейчас вот как раз самый прилив. Чуть-чуть зашли и уже находитесь на приличной глубине. Такая обстановка. Ой, намочило меня по колено. Волны большие сегодня. Странно.
На короне, значит, еще больше. На Кате вчера было очень хорошо. Вообще море такое стоячее, спокойное. Вода прозрачная, бирюзовая. Прям Мальдивы стайл. Нам больше всего понравился на текущий период пляж Ката. Это номер один. Ката большая. Катаяй вообще прекраснейшее море. На втором месте идет Корон, на третьем уже Патонг. Но мы еще съездим на Фридом. Посмотрим, какая там вода. Все, я несу выключать камеру. И пойду купаться. Какие красивые пальмы. Да, это рай. Это рай на земле. Сегодня, кстати, не так жарко, как было вчера. Тоже жарко, но не настолько. Вчера прям было невыносимо. Торговец ремней. Путин красавчик будет. Вообще, знаете, нашли? Да вы что? И он тоже знает. Путин, он знает. Молодец, Путин. Ладно, ты что? Путин победил. You want money or you want 14? No money, no time. Что ты ему сказал? Я алкаш. You like Putin, no money. Like Putin, no money. You don't like Putin, you have money. Putin like a bang, bang, bang. Путин like любого голубого. Любого голубого. Бум, бум. Любого голубого. Эй, Алин, води. Кстати, вот на экскурсии казачьи, сейчас вот этот король, который правит, они к нему все вот так, он не знает, как правильно. Это 10-й, это 9-й, 7 лет правило, они прямо его влюбили. Сиделю по праздникам. Вот ночной рынок Банзан. Это ресторан нашего отеля. Здесь тоже отдыхают люди. И сразу же обменник, exchange. Кстати, хороший курс. Мы здесь меняем. На Бангалороуд, напротив пляжа, курс выше. Но здесь тоже неплохой за... $100 35.62. Сегодня 19 марта 2024 года. Нам отдыхать на Пхукете осталось еще 6 дней. Потом мы летим в Бангкок. С Бангкока едем в Паттайю. Мы будем отдыхать в Паттайе 2 дня. И потом уже возвращаемся домой в Иркутск. В общем, идем в сторону кафе. Вчера я вам дорогу уже показывала. Еще раз записывать не буду. Придем, там включимся. Ребят, сегодня проходит дом. Ребят, сегодня проходит бокс. Вот так здесь шумно. Слышите, как играет музыка? 7 часов вечера до 12 часов ночи. Здесь колбасит. Проходит бокс. Слушают музыку. Это, видимо, какая-то рекламная пауза, музыкальная пауза между боями. Вот видите, люди проходят, оплачивают билеты. Стоимость одного билета 2000 бат, по-моему. В общем, вот такая вот здесь.
сегодня атмосфера вечернего Патонга. Вечерний Патонг обретает краски. Друзья, мы уже в кафе Букет Тюр. Заказали себе том-ям и лапшу с курицей. Еще взяли по шейку. Сидим, ждем заказ. Нам принесли шейки. Я заказала себе банановый, Рома арбузовый. Давай, Роме. Принесли нам наши основные блюда. Это суп том-ям. Тоже огромная порция. Посмотрите, какая она большая, глубокая. И лапшу. Мы заказали стеклянную лапшу с курицей. Здесь даже фасолька, да, есть. Кукурузка, то есть это и фасоль, и кукуруза. Так, ну давай, Ромик, пробуй. Снимай пробу. Горячая, но только с пылу, с жару. Ждали минут 15. Пока приготовится, потому что народу достаточно много в кафе. Поэтому приходится немного подождать. Вкусно? Давай сразу суп том-ям пробуй. Помешай, что там есть. Помешай. Много грибов. Вижу помидоры, креветки, зелень и много-много грибов. Суп такой прям насыщенный, да? Острый? Острый чуть-чуть. Чуть-чуть. Но мы просили no spicy. Грибочек попробуй. А? Грибочек попробуй. Давай. Креветочку тоже сразу попробуй. Потом креветочку. Ну как тебе? Вкусно, нет? Вкуснее, чем в кафе Дуди? Или, допустим, Мама Джи мы ели? Тоже нормальный. Тоже нормальный, да? Давай, кушай. Снимаю. Ребят, хочу я тоже попробовать суп том-ям. Покажи тарелку. Вот. Я еще раз помешаю. Сколько здесь креветок. Мне нравится, что здесь много грибов. Я люблю эти белые грибы. И здесь реально очень много. Такой вот густой, хороший супчик. Ну, давай, пробуй. Давай. Какая? Обалденный. Очень вкусно. Значит, попробуй твою лапшу. Здесь есть такая маленькая кукурузка. Показывай меня. Ой, вкусно. И сама лапша. Можно полить лимоном. Пойдет, да? Да? Пойдет. Пойдет. Ну все, будем кушать. Приятного аппетита. Да. Мы вышли с кафе, поели. Получился счет у нас 365 бат. Мы наелись, порции большие, было очень вкусно. Сейчас идем на ночной рынок Банзан. Друзья, мы, в общем, решили не идти сейчас на рынок Банзан. Я обзор рынка сделаю в отдельном выпуске. Мы пришли на Джанг Цилон. Наконец-то здесь закончилась стройка.
так красиво сейчас выглядит Жан-Цейлон. Есть даже какая-то карусель. Классно, да, здесь сделали? Слоники. Тебе нравится, как здесь сделали? После ремонта стало вообще классно, да? Даже лучше, чем было раньше. Пойдем так? Пройдем. Ресторан русской кухни. Сейчас 11:15. Так, а как нам в Big C попасть? Мы будем туда заходить, нет? А, вот вход. В Big C-то пойдем? Что-то закрыто уже. Надо днем. Надо днем. Тогда придем днем, пойдем, дойдем сейчас до Централа. Там напротив Централа есть рыночек, посмотрим мне штаны. Мы завтра планируем поехать на Биг Будду. У нас есть одно задание. Нам нужно
не задание, а просьба. Просьба нам нужна. Нам, в общем, надо туда попасть, да. Вообще самим посмотреть, мы там ни разу не были, да. Вот, планируем завтра в 6 утра. Да, что-то мне надо, чтобы прикрыть ноги. Угу. Но лучше штаны, потому что, чтобы не ехать на байке, и ноги у меня не обгорали. Потому что у меня и так они болят. Рубашку я вот эту надену. Ну, здесь, наверное, дорого. Я бы хотела лучше на рынке, но здесь по-любому дорого, потому что здесь торговый центр. Такие вот хбшные брючки. How much? 400 бат. Вот, пойдем на рынок. Напротив Централа там сейчас новый рынок, давай там пройдемся. Есть такие легкие тоже штанишки со слонами, они стоят в районе 100 бат. Я не вижу смысла переплачивать за эти вещи, потому что я их, кроме как здесь, больше никуда не надену. Так, нам к Централу так выйти? Не помнишь? Да, все верно. На ту сторону. Так вот же, вот он тоже пешеходный. Нам-то вот туда надо. Нет, нам не в самом Централе, нам надо на рынок, который напротив Централа. О, прям думала, кто-то бежит, а это тень. Давай зайдем сюда. Да. Походим здесь, посмотрим по рынку. Hello. 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 Have a look something. Size okay, L. Because this one is XL. О, даже пуховики здесь продают. Ветровочки, ну, на зиму в Таиланде. А. Так, Зай, что-то... Это все, что ли? Пойдем-ка. Ужасные совсем. Расцветки такие стрёмные.
некрасивые. Hello. Так, ладно, мы походим, посмотрим, потом включимся. Как что купим, я покажу, уже обзор сделаю. А, ребята, мы уже вернулись в номер. На рынке мы не купили то, что хотели. Не нашли мне штаны, которые я видела раньше, которые мне нравились. Такие хлопчатобумажные, длинные брючки, чтобы гонять на байке и не обгорали ноги. Завтра мы с утра едем на Биг Будду. Я хотела себе купить, чтобы закрыть ноги. Как бы нельзя в коротких шортах ехать на Биг Будду. В общем, мы ничего не нашли. Время у нас уже 1:00 ночи, начало второго. Мы ложимся спать, а завтра с утра едем на Биг Будду. А сейчас мы с вами будем прощаться. Всем до новых встреч. Пока!